русская культура, русская литература – это для нас родной дом. Все в Армении чтут, уважают, любят литературу Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского и многих других. Это наша родная страна, страна великой культуры. Я более чем 30 лет преподаю на армянском языке историю русской литературы. Я люблю эту культуру, потому что это великая культура гуманизма. Мы должны начинать организовать встречи, конференции между литераторами, драматургами Армении и Крыма. И наша цель – это не просто литературные мероприятия. Пусть весь мир узнает, что могут делать для мира литераторы и художники гуманизма. Нас связывают русскую литературу, русскую культуру и культуру Армении. Гуманизм – это честность вопросов мира, это талант, потому что Армения, как носитель великой культуры, дал многое миру. Мы горды тем, что сделали наши предки. Вот почему я с уверенностью говорю вам, добро пожаловать, наши друзья. Я приветствую делегацию Крыма и с уверенностью хочу добавить всему тому, что уже сказано. Давайте работать. Именно начнем с этого часа. Начнем сейчас, потому что мы должны миру доказать, что будущее не в войне, будущее в мире. И это об этом говорят, во весь голос говорят литераторы и Армении, и литераторы Крыма. Спасибо вам.